2019 году в платежках жителей страны появится новая графа, касающаяся вывоза мусора. Теперь ответственность за чистоту снимут с управляющих компаний и возложат на единого оператора. Это позволит сделать услугу по вывозу мусора более качественной. Глава города Иван Костогриз осмотрел будущие новостройки. В 2018 году в Новом Уренгое планируется сдать более 40 тысяч квадратных метров жилья. Большинство новоселов – дольщики, вложившие собственные средства в возведение высоток. Часть квартир новоуренгойцы получат по программе переселения из ветхого фонда. Автоинспекторы устроили масштабную проверку водителей автобусов. Они уделили особое внимание документам тех, чья профессия – перевозки пассажиров. Также сотрудники ГИБДД проверили часть оборудования, которым автобусы должны быть оснащены в обязательном порядке.